Всем снова добрый вечер. Наша недельная глава, это глава, я просил выключить микрофоны. Наша недельная глава, это глава Бешалах, очень важная глава. Еще у нас называется этот шаббат, шаббат главы Бешалах, называется шаббат Шира, шаббат песни. Почему? Потому что, как вы знаете, в этот шаббат мы читаем песни на море, и в принципе... Одно из центральных, скажем так, мест, то есть, скажем, центральных мест занимает в нашей главе, это развержение моря, то, что произошло на море, переход моря еврейским народом. Но мы сегодня поговорим об очень интересной теме. Мы поговорим о Мидраше, который связывает между Акидат Ицхак, возношение, то есть связывание на жертвеннике Ицхака, и между развержением моря. Я просил выключать, пожалуйста, микрофон и следить за этим. Желательно не прикасаться к ним, потому что это очень мешает. Камеру можно оставить, точнее, даже нужно оставить. Окей. Так вот, мы будем говорить про мидраш, который связывает между Акидат Ицхак, то есть возложение на жертвенник Ицхака, и между раскуплением моря Суф. Кстати, я не очень люблю называть это Красным морем по одной своей причине, потому что это море Суф именно, и есть, по многим мнениям, вообще Красное море не имеет никакого отношения. Причем море, может быть, даже это вообще озеро было, которое находится на Синае, а не то известное нам Красное море. Окей. Почему? То есть мы увидим некоторые вещи и узнаем очень глубокие связи между этими вещами, между Акидат Ицхак и развержением моря. Окей, начнем. Дело в том, что есть мидраш, который звучит так. Нам Тора рассказывает, что когда Авраам встает с утра для того, чтобы исполнить заповедь Всевышнего, возложить своего сына на жертвенник, то есть принести его в жертву, там сказано следующее: «Вейшкем Авраам бабокер, вейхбошет хамро». И встал Авраам утром и снарядил своего осла, и взял двух отроков с собой, Ицхака, сына своего. Вейфка и цеула, то есть и слово ивка я специально сказал на иврите, потому что очень важно для мидраша. Ивка имеется в виду, что он с собой взял, кстати, я лучше открою, то есть и прочитаю оттуда, так будет проще. То есть самой внутри это... И наколол, Вайфка это наколол дров для всесожжения, встал и пошел на место, о котором сказал ему Бог. И говорит Мидраш очень интересную вещь. Вайфка ацей ула. И наколол деревья, то есть дров для жертвы всесожжения. Ула это жертва всесожжения. Рабихия барабиоси амарле мишем рабимайша витаниле мишум рабибаная. То есть, да? Рабихия, сын рабиоси, сказал от имени рабимишая, то есть и так учили от имени Раби Бная. В заслугу двух вот этих вот бкио, то есть двух вот этих вот наколения дров, которые сделал Авраам, то есть да, по отношению к деревьям всесожжения, удостоился народ Израиля, что, то есть удостоился его сыновья, что Всевышний бока Лифнегем это ям, то есть, да, что он расколол перед ними море. То есть, в принципе, то по мидрашу вроде он делает какую-то связь. И слово бака, то есть, да, вейвка ацей ула, то есть, да, и наколол дров для жертвы всесожжения, и между сказано вы баку амаим, то есть, да, и раскололась вода. Вроде бы легендистическая такая связь, которую мидраш связывает, и из этого учит то, что сделал Авраам, в конце концов, было заслугой для его потомков, чтобы им разверглось море. Все классно и замечательно, но это выглядит, скажем так, последней строчкой связи, но не, эта связь непонятна. И мы то, что сегодня пробуем сделать, мы пробуем понять связь между, то есть является это только лингвистичным, то есть то, что называется мудрецы, когда сделали драшу, то есть это нужно было для того, чтобы сказать идею, и просто увидели похожесть слов и попробовали их связать, или здесь заложено что-то намного более фундаментальное, намного более глубокое.
По-простому, с первого взгляда, можно сказать, что это мамашта, игра слов. То есть, да, увидели текстуально, то есть, похожесть, и сказали, то есть, да, и хотели, то есть, сказали, и привести какую-то идею. Кия, Баку, Амай, Бивка и так далее. Но в чем проблема? Проблема в том, что есть другой мидраш. Другой мидраш, в котором та же самая идея, что действия Авраама с Акедат Ицхак повлияли на заслугу развержения моря. Мы будем разбирать, как и что, и почему, какая связь. Но идея эта повторяется снова в другом мидраше. Другой мидраш говорит так. Учил Раби Ишмаэль того херевьяд, витамот альяд херевьяд. То есть, да, придет меч, то есть руки, то есть, да, лезвие, нож, и остановит напротив, то есть, меча в руке. То есть, херевьяд напротив херевьяд. О чем идет речь? Того херевьяд шаса Авраама вину, то есть, придет тот кинжал, который, то есть тот нож, который использовал Авраам Авину, как сказано, и вышлах Авраам эт ядо, вейках эт амалехет лишхот эт бно. То есть, и Авраам, то есть, взял в руки свои, то есть вот этот вот нож для того, чтобы зарезать своего сына. Вот этот вот нож придет и встанет напротив меча фараона. Как сказано, арик харбита решему яди. То есть это уже в самой песне на море, то есть сказано, то есть Арик Харби, то есть, в принципе, вытащу меч из ножен своих и сейчас попробую то есть это. Я пробую, то есть, просто Таришему и Аде, просто пытаюсь найти. В принципе, то есть, захватит рука моя. То есть, смысл такой же. То есть, стих вообще другие уже стихи. И речь идет вообще уже не о текстуальной похожести, а речь идет уже о смысловой нагрузке. Что вот тот меч, который занес, то есть вот этот кинжал, который занес Авраам над Ицхаком, это тот кинжал, который остановил потом фараон. То есть там тоже игра херев-херев, то есть, да, но все равно, в конце концов, из-за того, что эта идея повторяется, то мы не можем, и уже с другим вообще стихом, то мы не можем сказать, что похожесть только в слове, которое пытался мидраш предыдущий сказать. Мы говорим, что, скорее всего, в этой то есть связь, которая между Акедат Ицхак и развержением моря, намного более глубокая и намного более серьезная, чем просто несколько текстуальных то есть, похожестей. И давайте попробуем разобрать. По-настоящему, если мы углубимся, если, скажем так, станем исследователем библейского текста, назовем себя такими, то есть, да, есть, на секундочку станем исследователем и начнем разбирать некоторые похожести. Некоторые похожести, причем часть похожести, они текстуальные, лингвистические, а часть из них ассоциативные, а часть из них вообще, то есть, скажем так, то, что называется, содержательные, то есть по содержанию. Во-первых, есть текстуальное. В обоих случаях и на море с Авраамом есть понятие «несият инаим», то есть вознесение взгляда, то есть вознесение очей, чтобы увидеть. Про Авраама сказано «и на третий день». И поднял, то есть, Авраам свои очи, то есть, да, на третий день, когда они шли, то есть, они пошли, то есть, этим, на гору Всевышнего, которую он укажет, то есть, да, на третий день он поднял глаза, в Яре там Маком Мерахок, и увидел место издалека. Сказано, и потом снова сказано, в Иса Авраам это инав, то есть, и поднял, то есть, устремил взор свой Авраам и увидел, и вот уже после Акеды, то есть, да, когда Всевышний сказал ему прекратить, то есть не трогать сына, он снова поднял свой взор и увидел, что он увидел этого овна, который запутался в кустах. То есть слово «Иса и Нав» повторяется с Авраамом два раза. То же самое мы увидим с морем. Мы читаем у нас в 14 главе, мы читаем, что и Паро приблизился, и сыны Израиля подняли глаза свои на иврит звучит. Вы Паро и Кри висубны Израиль эт эйнегем. То есть, да, народ Израиля, то есть, возвели очи свои. И вот Египет двигается за ними, весьма устрашились и запили сыны Израиля Господа. То есть, да, в принципе, есть текстуальная похожесть. То есть, да, то есть, то, что они поднимают, веки что-то видят, глаза то есть и видят. Второе. Посреди дороги происходит очень интересная вещь. Посреди дороги Авраам обращается к своим отрокам, которые с ним пошли.
То есть сказано, увоем ашлиши на третий день. И сказал Авраам отрокам, вы останетесь здесь со слом, а я и отрок пойдем и поклонимся, и вернемся к вам. То есть, да, это то, что происходит с Авраамом. Смотрите, что происходит. Здесь уже работает система немножко другая. Здесь уже происходит очень жесткая ассоциация с чем? Так как Муше обращается к фараону и сказал, «Вьомру элокей гайврим никра алейму». То есть, да, и сказал, то есть, и обратился к нам Бог Еврим, пойдем дорогой трех дней в пустыне, вы не сбехали Ашем Элокейну, принесем жертву Господу. Смотрите, какая, то есть жесткая ассоциация. Тут три дня, и они пойдут поклониться Всевышнему. Здесь уйдем на три дня и поклонимся, то есть и принесем жертвопоношение Всевышнему. То есть, в принципе, как, то есть народ Израиля, так же, как и Авраам, двигается три дня. Три дня к движению, к службе Всевышнему. Так или иначе. Очень жесткая ситуация, ассоциативная вещь, которая повторяется. Третье. Есть два корня, которые крутятся постоянно там. И у Авраама, и у наших, и у нашего народа Израиля, то есть когда мы говорим про развержение моря Суф. Снова я повторю, мы сейчас с вами исследователи, то есть пытаемся найти похожести. Потом эти же похожести нам построят систему для понимания, что, какая же связь между Есакидой и что можем из этого выучить. Итак, у нас есть корень рейш алиф гей ре, это место видеть, и слово и корень юд рейш алиф, это яр или ре, имеется в виду трепет. Смотрите, что мы читаем по поводу жертвоприношения Ицхака. А тут я обязан читать на иврите, то есть меня простит Тали, потому что очень важно слышать на слух эти корни, как они играют. Потом переведу, все нормально. «Увоем ашлиши, вейса Авраам этейна, вьяр, хамаком мирахов». То есть, и было третий день, и поднял Авраам свои глаза и увидел место издалека. «Вьемер Авраам, Илухим Ирае Ло Хасел Улабни. То есть, когда Авраам идет с Ицхаком, Ицхак спрашивает, а где Агнец? Говорит ему Авраам, и сказал Авраам, Бог покажет ему Агнеца для воссожжения сын мой. Дальше происходит, в конце Акиды, в конце этого жертвоприношения, Всевышний говорит, то есть не Всевышний, ангел Всевышний говорит, и сейчас я знал, ибо ты богобоязнен, Ере Элоким. Вейса Авраам это ина, то есть и снова поднял Авраам свои глаза, вияр и увидел, вегине ай лахар нехаз бесвах бекрна. То есть да, увидел вот овена и другой, то есть запутался своими рогами в кусте. Вейкра Авраам шема маком гу гашем ирае. То есть и назвал то место Авраам, Всевышний будет увиден, то есть раскроется. Ашер юмар гайом бегарашем ирае. Сказано, в этот день на горе Всевышнего будет показан. То есть смотрите, то есть и богобоязненность, то есть трепет перед Всевышним, и видение появляется постоянно, от корень гуляет. Теперь перейдем на развержение моря. Смотрите, что там звучит. И в паро и крив, в Иисуб на Исраиле тайнагем, в Игина Митраем носе ахарейн. То есть да, смотрите. И Паро приблизился, и подняли, то есть народ Израиля, то есть сыновья Израиля свои глаза, и, то есть, и вот за ними мчится Египет. Вирумеот, и очень трепетали, очень забоялись, слово ира от слова трепетать. Вицакубная Израиля Шем, то есть и воспопили к Всевышнему. Дальше что сказано? Что Всевышний, потом Моше Рабейну говорит народу, потом Вейомер Моше Эльгам, сказал Моше Рабейну народу, альтирау, не боитесь, не трепещите. Титьяцуву, то есть встаньте, уреует Ишуат Ашем, и увидите спасение Всевышнего. Ашер Ясел Ахем Гайом, который сделал вам сегодня, ки Ашер Раитем эт Мицраим Гайом, то, как вы увидели сегодня Египет, лотосифо лироотам, то есть больше их не увидите, от Адулам, то есть еще навеки, в Яр Исраэль, и увидел Всевышний, эт Мицраим Медас, то есть потом уже, когда Всевышний, то есть завершил дело, закрыл воды, и погибли египтяне, сказано, и увидел народ Израиль
Египет мертвым на берегу моря. Вяр Исраэль это я так дола и увидел великую, то есть могучую руку Всевышнего, десницу Всевышнего, Ашера Сэма Шабльца, которую Всевышний сделал с Египтом. Вяр Угаам это шеп, и вострепетали народ перед Всевышним. Вяамину Баше Магду. То есть, да, и поверили в Моше его раба. То есть вы видите, как постоянно крутится это слово, то есть эти корни и там, и там. Теперь еще нужно обратить внимание на очень интересную вещь здесь. Во-первых, то есть, в принципе, если оно так часто повторяется, то у нас есть то, что называется шурашим манхим. То есть корни, которые, скажем так, нас направляют. Это направлятельные корни, которые нам кричат красными флажками. Ребята, вы здесь должны срочно учить что-то. То есть, да, они не зря здесь. И они появляются в обоих главах, то есть в обоих кусках, в обоих рассказах, что, естественно, делает сразу связь между двумя этими главами. Но более этого, мы должны обратить внимание на очень интересную вещь. Есть внутренняя связь между самими этими корнями. Корнем Юд, Рейш, Алеф и Ре, и корнем Рейш, Алеф, Гей. То есть, да, Ре, то есть трепетать и видеть. Которые похожи почти полностью во всех своих буквах, то есть там есть прыжки от букв, то есть она меняется, открывается, гей на юд меняется иногда, и они упоминаются вместе, скажем так, и периодически, на, скажем так, по тексту, когда они идут и про Акедат Ицхак, и у нас, они такую создают игру слов постоянную, которая, скажем так, она не просто игра слов, она игра слов, кстати, со смыслом. У нас то рея, то ира, то рея, то рея, то видение, то трепет, то видение, то трепет. То есть как ты видишь и трепещешь и видишь. Я, кстати, то есть дальше мы немножко разберем, что это видеть, трепетать и видеть. То есть, да, к чему это связано? Это очень важный момент, его стоит обратить на него внимание и не потерять. Четвертое соединение. Написано, скажем, в конце Акедат Ицхак, в конце сказано Гарашем, то есть, да, гора Всевышнего, правильно? Как мы читаем, «Вейкра Авраам это маком гауирае, ашер йомар айом багар ашем ире». То есть, да, назвал это место, то Всевышнего раскроется, то есть увидится. Сказал, в этот день на горе Всевышнего, то есть он раскроется. Книга Дворим, она объясняет, что это за гар ашем. То есть, книга Дворим, да, книга Деврей Хаямим, прошу прощения, объясняет гар ашем, то есть гора Господа, это гора Мурия. Это гора Мурия, называемая храмовая гора. Там, где Шломо потом построил храм. Правильно? Это то, что мы учим. То есть, да, в принципе, там, где была Кида, там же это храм, гора, на которой Шломо строит храм. Это храмовая гора в Иерусалиме. Теперь, дело в том, что в песне на море тоже упоминается храмовая гора. Где? «Тавеэму вэтэтаэмэу бэгар нахалатэха». Махонлищи в теха пальта ашем, мигдаш ашем конену ядеха. Сейчас я вам открою, чтобы я с ума не сходил это переводить, и зачитаю это уже в переводе. Введешь их и насадишь их на горе удела твоего, то есть гора Всевышнего, на месте, что жилищем ты сделал себе Господь, во святилище владыка, что устроили руки твои. То есть на море тоже упоминается храмовая гора. Там, где будет храм. Там, где была Акеда. Не просто так. Еще один момент очень интересный. В конце испытания Акедой, то есть приношением Ицхака в жертву, Всевышний обещает Аврааму победу над врагами. Мы это читаем так. То есть благословит благословлю тебя и увеличу тебя, то есть увеличу твое семя, как звезды небесные и как песок. Кстати, здесь тоже очень интересный момент. Альсфат Гаям на берегу моря и унаследуют твои потомки Шару и Вав, то есть да, брата врагов. То есть в принципе, что унаследуют врагов. У нас в песне на море тоже появляются похожие вещи. Амар уев ирдов асиг, сказал враг, буду гнаться догоню. То есть, да, ахалек шалал тималему харби. То есть, да, разделю
то есть добычу, наполню меч мой. Арик харбив это рашема. Что здесь происходит? Очень интересная вещь. Здесь может быть мидраш, который связывал между морем, то есть родился на том, что тот, кто говорил этот мидраш, он связал между этими двумя стихами, то есть обещание Аврааму. Он что говорит? Что заслуга Авраама там на Акиде помогла на море. Что обещание, которое было дано Аврааму, что он победит своих врагов, завязано на чем? На том, что это, то есть враг уев, то есть да, в Египет, то есть будет побежден. То есть, да. Еще очень интересно, в обоих случаях очень важное место занимает ангел. У нас есть ангел и в Акиде, потому что «Вайкрала Малаха Шемина Шамаем», то есть обратился к Аврааму ангел Господень с небес. «Вайомар Авраам Авраам», «Вайомар Эни», сказал «Авраам Авраам», и Авраам ответил «Я вот здесь». «Вайкрам Малаха Шемин Авраам Шенит Мина Шамаем», и обратился, то есть потом и обратился снова ангел Господень, то есть к Аврааму во второй раз. А на море, где мы это видели? На море перед тем, как то есть начинается то есть все разрежение моря, когда был ветер и так далее, Египет досягал, что делалось? «Вейса малах Элоким, гаулех лефне амахане Исраэль, валех ляхуре». То есть ангел Всевышнего, который шел перед лагерем, он ушел за лагерь, в принципе, он провел огненную черту между египтянами, международом Израиля, это мы знаем, то есть, да, то есть огонь стоял, пока не народ Израиля, пока не разверглось море, и пока народ Израиля не начал двигаться по морю, то есть, в принципе, ангел разделял между египетской армией и народом Израиля всю ночь. И тоже есть похож снова, то есть работа ангела Всевышнего. Еще одна очень, то есть, очень интересная то есть, завязка происходит на слове «сфат гаям». Всевышний обещает Аврааму, что его потомство будет как песок на берегу моря. То есть правильно? На море что сказано? На море сказано, что народ Израиля увидел Египет мет альсфатая мертвым на берегу моря. То есть есть связь с берег моря, особенно на фоне того, что во всем Танахе фраза сфатая упоминается всего 8 раз. И два из этих раз здесь. И есть связь между ними. Таким образом. Теперь, видите, сколько мы всего нашли? То есть, копаясь между, Акедат Ицхак, копаясь между то, что происходит вокруг разрежения моря. Таким образом, это нас приводит к простому выводу. То, что пришел, тот вывод, который сказал Мидраш, что заслуга Авраама на Акедат Ицхак была сработала и помогла народу Израиля, построена не только на похожем воевка, воеваку, то есть, да, то есть и наколол дров, и раскололось море. Все намного более глубокое, то есть куча глубоких вещей. Теперь то, что мы должны заняться, это перейти на второй этап. Теперь давайте поймем, что это значит. То есть, да, что значат эти слова, что значит эта заслуга, как это работает, о чем идет речь. С первого взгляда, как бы странная связь между Акидой и разрежением моря. Нет, нельзя сказать, что нет связи между Авраамом и выходом из Египта. Конечно же, есть. Давайте вспомним. Когда нам сказано было, когда было пророчество сказано, что народ Израиля уйдет в Египет и станет там рабом, и потом, в конце концов, оттуда выйдет и с имуществом и так далее. В завете с Авраамом, на то, что называется брит бен абитарим, то есть, да, то есть союз половин, то есть расчленение, располовинивание, как бы это называется. Я не знаю, кто по-русски, на русском правильно сказать. Брит бен абитарим. Тогда Всевышний сказал Аврааму, что 400 лет народ Израиля будет, то есть твои потомки будут там рабами, и потом они выйдут барахуш гадоль, то есть с большим имуществом, и все будет хорошо. То есть связь есть с выходом из Египта. Более того, есть еще связь, когда Всевышний раскрывается Моше, что он ему говорит. Он говорит Моше, то есть да, «Вейдабер Ашем Элоким эль Моше», сказал, то есть Господь Моше, то есть я раскрывался Аврааму, и также то есть, сделал союз с праотцами и так далее, и так далее. И вот я услышал то есть, вопль народа Израиля. То есть, в принципе, Авраам, то есть есть союз с Авраамом, есть с Исхаком Яковом, и так далее, то есть есть связь, то есть нужно выводить. Но
это все хорошо с выходом, но почему именно завязалась эта связь не просто с выходом, а именно между Акедат Ицхак у Авраама и развержением моря? В этом вопрос. Для того, чтобы это прояснить, нам нужно все те находки, которые мы нашли, то есть все эти разбор, то есть 7 находок, которые мы нашли, мы попробуем их собрать вместе и получить из этого пазла, то есть из этих кусков пазла целую картину. Давайте попробуем. Дело в том, что связь между этими главами, между приношением Ицхака в жертву и развержением моря, нам выстраивает очень интересную вещь, что путь, скажем так, это масса, то есть этот вот путь, это, который прошел Авраам к Акиде, то есть причем путь не только физический, но и моральный, духовный, внутренних ощущений и так далее. Все, что произошло, то есть этот весь путь, который прошел Авраама до жертвоприношения Ицхака, он как будто предначальный путь, который проходит народ Израиля при выходе из Египта, то есть для и перехода моря. Давайте объясним это немножко. По-настоящему, то есть те происшествия, которые происходят, они, скажем так, прокладывают вместе, почти физически они прокладывают вместе путь между путем Авраама и путем народа Израиля при выходе из Египта. Авраам идет 3 дня по дороге, чтобы поклониться Всевышнему. Лиштахаво, правильно? То есть, да? Служить. Причем это штахвая, то есть это служение выясняется в конце одним из тяжелейших испытаний, которые знал человек вообще от его появления на этой земле. Причем испытание страшнейшее и в вере, и в богобоязни во всем. Принести своего сына в жертву. Причем не просто принести своего сына в жертву. Это не только испытание отца. Это принести в жертву все, чему ты учил, против человеческих жертвоприношений. Это принести в жертву обещание, что у тебя будет продолжение всего твоего дела. Ведь потому что он сказал бы Ицхак и Карель Хазера, то есть Ицхак будет назван тебе семенем. То есть от него все придет. Он будет твой наследник во всем. И ты это приносишь жертву. Одно из самых тяжелейших вещей. Для того, чтобы выдержать это испытание, этот экзамен, мы узнаем, то есть что помогло Аврааму, мы узнаем об этом в конце, что он ире элоким, что он богобоязненный. Это то, что дало ему возможность выстоять этот экзамен. И что это ему дало? Киата ядат, и кира элоким ата, вело хасахта мемени, дбинха и рейхитха. То есть, да. И тут богобоязненность Авраама приводит к чему? Помните, я вам сказал, то есть запомните 2 корня. Ира и Рия. То есть, да, видите богобоязненность. Его богобоязненность пришла к тому, что он увидел Всевышнего. То есть ему раскрылся Всевышний. Вейкраилам Малах, Ашем Нашамай. То есть ему произошло откровение из-за его богобоязненности. И поэтому назвал Авраам то место Хашем Ирае, то есть да, раскроется Всевышний. То есть это место раскрытия Всевышнего. Это то, что произошло с Авраамом. Теперь смотрите про народ Израиля. Народ Израиля идет 3 дня для того, чтобы принести жертву Всевышнему. То есть они так вышли из Египта, правильно? Они идут 3 дня. На 3-й день они стоят перед самым сильнейшим испытанием их веры. Фараон приближается. Народ Израиля поднимает свои очи, видит приближающего войска фараона. Очень пугаются. Начинают вопеть. Что им Моше говорит? Не надо бояться. Встаньте. И смотрите избавление Всевышнего, которое он вам сделает сегодня. То есть, в принципе, народ Израиля тоже видит Всевышнего. Им тоже Всевышний раскрывается. В конце сказано, что они его и трепещут перед ним. Просто после того, как они увидели то, что Всевышний делает, написано в Иру, то есть это в Ира, Исраэль, это я так дураш, Расашем, Бемицраем, в Иру, Ам, это Ашем, в Ямину, Башем, Муше, Авдо.
То есть, да, и увидели то есть, великую десницу Всевышнего, которую он сделал с Египтом, и затрепетал, то есть народ Бога, то есть, убоялся Бога, и поверили в Всевышнего и в Моше, раба его. Получается, есть глубокая связь между приношением Ицхака в жертву, жертвоприношением Ицхака, и между то есть, путем народа Израиля к морю и прорезвлением моря. И в принципе, то есть, можно увидеть, мамаш, то есть, можно увидеть напрямую, то есть, движение Авраама, движение народа одинаково. Почти. В те же дни они открываются Всевышний, они трепещут перед Богом, Авраам трепещет дом, они трепещут по дому и так далее. Но здесь нужно обратить внимание еще на одну очень интересную, скажем так, вещь, которая здесь раскрывается. У Авраама, я уже упомянул, но сейчас мы ее более раскроем. У Авраама его богобоязненность стоит, она, это то, что привело к раскрытию Всевышнего. То есть то, что привело к тому, что он увидел Всевышнего. То есть в принципе факт того, что Авраам богобоязнен, сделал так, что Всевышний ему раскрылся в конце испытания, которое он прошел. У народа Израиля с точностью наоборот происходит весь процесс. Они сначала видят, как сказано, «Вейти вацву, вейруй тешуат ашем, ашер ясэлэх амайом», то есть встаньте и смотрите избавление, которое, то есть, да, Всевышний сделал вам сегодня. И только в конце, после этого сказано «Вейру гаам эт ашем веямин», то есть и убоялись народ на, то есть, Всевышнего и поверили Всевышнего и Моше раба ему. В чем разница? В чем смысл этой разницы? То есть порядка. То есть происходит очень интересно. Скорее всего, все зависит от того, скажем так, с той точки начальной, с которой начинает Авраам, начинает народ Израиля. Когда они приходят к испытанию. То есть, откуда Авраам приходит к испытанию и откуда народ Израиля приходит к испытанию. Авраам проходит испытание своей веры и народ Израиля проходит. Авраам, праотец наш, родоначальник нашего нации, нашего народа, у него есть огромная мощь и сила, он богобоязнен изначально. То есть у него огромная мощь богобоязненности. Поэтому его начальная, исходная, то есть система, это система богобоязненности. С этого начинается. И это, то есть, и он именно с этой силой, с этим вот исходным состоянием, он подвергается испытанию. И когда он его в конце концов выдержал с успехом, ему раскрывается Всевышний. В отличие от него, народ Израиля подходит к одному из главных экзаменов на море. Когда там у них явное большое, то есть явно тяжело, скажем так, собрать силы. Они рабы позавчера. У них нет такой силы моментальной для того, чтобы выстоять в этом испытании. У них нету этого еще ничего. Поэтому что делает Всевышний? Для того, чтобы они выдержали испытание морем, он сначала им раскрывается. Он сначала им раскрывается, потому что им нужна помощь небес. И тогда, то есть, да, после этого раскрытия, они это видят и приходят к трепету перед Всевышним. То есть они видят, как Всевышний воюет и так далее. И так далее. Из этого теперь давайте поймем глубоко мидраш. И, в принципе, соединим теперь, скажем так, весь процесс между Акидат Ицхак, то есть между жертвоприношением Ицхака и между развержением моря. Можно сказать следующее. Когда раскрытие Всевышнего в этом мире спустилось вообще в этот мир с помощью Авраам, ведь Авраам своей верой, своей богобоязненностью спустил и дал возможность Всевышнему раскрыться в этом мире, после того, как человечество надолго забыл. И дело в том, что нужно понимать, что Всевышний раскрывается когда? Когда мы его ищем. Иначе он закрывает лика. То есть богобоязненность Авраама привела, раскрыла лика Всевышнего, раскрытие Всевышнего в этот мир.
это раскрытие было помощью, которую уже Авраам внес в этот мир, в том испытании, когда народ Израиля стоял на море. И, в принципе, породило им уже похожее раскрытие, как у Авраама. Теперь, таким образом, Мидраш видит, то есть путь Авраама как подготовительный этап или как подготовительный фактор для предыдущей, скажем так, запланированного пути народа Израиля. То, что Авраам выдержал испытание с Ицхаком, стало для его сыновей не только, что называется, схутово, то есть заслуга праотцов, скажем так, виртуально. Нет. Она работала в этом мире. Из-за того, что Всевышний находился раскрытый в этом мире, то есть, в принципе, те результаты, то, что сделал Авраам, выдержав испытания, эти результаты сработали на море. Это раскрытие сработало и привели, в конце концов, его потомков к чему? К тому уровню, на котором он стоял сам когда-то, испытывая, будучи испытываемым Всевышним на жертвоприношении Ицхака. То есть круг закрылся. И это, то есть, не пришли в Иеру, в Ямину Башем, Мушевту. И поверили Всевышнего и Муше. То есть, в принципе, народ Израиля пришел к ступени Авраама, которой нужно было для того, чтобы в конце концов вести дальше в исполнение. И это то, что произошло на море. Кстати, таким образом можно понять другой мидраш, но мы, наверное, это уже ставим отдельно. То есть еще один очень интересный мидраш по этому поводу. Или хотите, я вам зачитаю, то вы теперь уже умные. То есть если мы подведем итог, мы видим очень простую вещь. Авраам Авину своей богобоязни раскрылся Всевышнего. Это раскрытие Всевышнего уже работало в мире и помогло народу Израиля прийти к уровню Авраама потом. Это то, что произошло на море. Это, то есть, великая вещь. Теперь на фоне этого сказал Раби Йоси Аглили еще один мидраш. Когда народ Израиля вошли в море, уже гора Мария поднялась со своего места, то есть оторвалась. Смотрите, идет снова связь гора Мария и так далее. И жертвенник, на котором был Ицхак, и, то есть, и дерево и огонь, которые расположились над нем, то есть тоже поднялись. И Ицхак как будто возложен и дан на жертвенник, а Авраам как будто поднимает свою руку и берет нож зарезать своего сына. Как сказано, Ишмах Авраам Тедов, веках Махедыш Ходно, то есть взял Авраам этот нож. То есть представьте картину, когда народ Израиля входит в море, как будто гора Мария поднялась над морем, и на нем находится жертвенник, и на нем находится Ицхак, и над ним стоит Авраам с поднятым ножом. Говорит Мидраш. Амар гамаком ли Муше, сказал Всевышний Муше, банайны туним бацара, вегаян согер, весоне роде, вата умеду марив батфиля. Он говорит, мои сыновья находятся в беде, море закрывается, то есть закрывает им проход. Его ненавистники народа, то есть за ним гонятся, а ты стоишь и молишься очень долго. Помните, то есть Муше Рабейн начал молиться, а все сказали, что ты молишься. Давай, иди. Амар ли фана в мабаяди ласа, сказал Муше Рабейн, а что я могу делать? Амар сказал ему Всевышний, а аремет матха венатеет ядха ля ям. То есть, а ты подними посох свой и направи его, то есть руку свою над морем. А ты, то есть, а ты подними и восхваляй, давай песни, восхваление, благодарность, и высоту, и величие, и великолепие, и песнь, то есть песня, то есть восхвалебную для того, кому принадлежит война, то есть место Всевышнего. Видите, теперь, то есть, вы этот мидраш теперь уже можете намного проще понять. То есть, да? Все связалось. Авраам с Акидой, то есть Акида стоит над морем, и она завязывает все, и в принципе система работает, давай. То есть, твоя задача проста, я уже раскрылся. То есть, да, все теперь сработает. Осталось только испытать веру. Вперед.
И, в принципе, сказал Моше народу, идите. И они пошли. Они пошли, в конце концов, мертво развелось море. То, на этом мы увидели связь и разобрали, углубились и поняли, то есть из текста, что имел в виду Мидраш, что Акида, приношение жертвы Ицхака Авраамом, он не принес жертву, но в принципе испытание это было заслугой и то, что помогло народу Израиля на море. То, на этом мы заканчиваем. Тот, кто нас слушал, запись, всего хорошего. До новых встреч. Увидимся. Я прекращаю на этом запись.